Всем привет! В этом видео я нарисую очень миленького, симпатичненького, хорошенького олененка. Этот рисунок будет не очень сложный, но и не очень маленький. По ширине рисунок будет занимать 22 клеточки, а по высоте 27 клеточек. Ну, в обычную тетрадку все равно олененок поместится. И чтобы нарисовать олененка, я взяла 5 цветов фломастеров. Черный для контура, оранжевый, голубой, желтый и розовый. Оранжевым фломастером я закрашу олененка. Олененка можно закрасить серым фломастером, желтым, сиреневым, розовым, голубым, любым цветом, какой вам нравится. Сначала беру черный фломастер, начинаю рисовать контур олененка. Начну рисовать от верхнего левого угла. Например, это будет верхний левый угол рисунка. От него я отсчитываю вниз 3 клеточки. Останавливаюсь на третьей. Раз, два, три. И вниз отмечаю 3 клеточки. Закрашиваю 3 клеточки по вертикали. От этой клеточки вниз по диагонали вправо одну клеточку закрашиваю. От этой одной клеточки вниз по диагонали вправо отмечаю клеточку. Идем вниз, 4 клеточки по вертикали закрашиваем. От нижней клеточки поворачиваем влево по диагонали вниз и отмечаем вниз 3 клеточки. Закрашиваем 3 клеточки по вертикали. От нижней клеточки поворачиваем вправо по диагонали вниз. Еще одну клеточку вниз отмечаем, 2 клеточки. Закрашиваем по вертикали. От нижней клеточки поворачиваем вправо по диагонали вниз. Еще одну клеточку вправо отмечаем, закрашиваем 2 клеточки. Вправо. От вот этой клеточки вниз по диагонали вправо одну клеточку закрашиваем. От этой одной клеточки вниз по диагонали вправо отмечаем клеточку, еще одну вниз, закрашиваем 2 клеточки по вертикали. От вот этой нижней клеточки поворачиваем влево по диагонали вниз, одну клеточку закрашиваем. От этой одной клеточки по диагонали вниз влево отмечаем клеточку, еще одну вниз, закрашиваем 2 клеточки по вертикали. От этой клеточки по диагонали вниз влево одну клеточку закрашиваем. Теперь от этой клеточки по диагонали вниз влево отмечаем клеточку. Отмечаем вниз всего 4 клеточки. И от вот этих 4 клеточек еще рядышком 4 клеточки правее. Закрашиваем здесь прямоугольничек 2 на 4. В ширину 2 клеточки, в высоту 4 клеточки. И закрашиваем прямоугольничек. Это рисуем копытца олененка. И теперь от вот этой нижней клеточки идем вправо на том же уровне. И вверх отмечаем 3 клеточки. По вертикали закрашиваем 3 клеточки. Теперь у этих 3 клеточек находим серединку. Вот. И идем вправо. Одну клеточку закрашиваем. Теперь от вот этой клеточки идем вправо. Отсчитываем 4 клеточки. И ниже 4 клеточки. То есть от этой клеточки идем вниз. И теперь влево 4 клеточки. Снова прямоугольничек. В высоту 2 клеточки, в длину 4 клеточки. Обводим и закрашиваем. От вот этой клеточки идем вверх и по вертикали вверх 4 клеточки отмечаем и закрашиваем. А от вот этой клеточки вверх по вертикали 3 клеточки отмечаем. Обводим и закрашиваем. Теперь от вот этой клеточки идем вправо, одну клеточку закрашиваем. От этой одной клеточки отмечаем вправо 4 клеточки по горизонтали. И ниже вот этих 4 клеточек еще 4 клеточки по горизонтали. Обводим прямоугольничек в высоту 2 клеточки, в длину 4 клеточки. И закрашиваем. От вот этой клеточки идем вверх, 3 клеточки отмечаем по вертикали, закрашиваем 3 клеточки по вертикали. От вот этой клеточки идем вверх, 4 клеточки отмечаем, закрашиваем 4 клеточки по вертикали. Теперь от вот этой клеточки идем вправо, одну клеточку закрашиваем. От этой одной клеточки по диагонали вниз вправо отмечаем клеточку, идем вверх. 3 клеточки по вертикали закрашиваем.
от вот этой нижней клеточки отмечаем 2 клеточки вправо, от вот этой клеточки отмечаем 4 клеточки вверх, и от этой клеточки еще идем влево, отмечаем клеточку, и здесь обводим прямоугольничек в длину 2 клеточки, в высоту 4 клеточки. Вот, и вот эти 8 клеточек закрашиваем. Теперь от вот этой клеточки вверх закрашиваем одну клеточку. От этой клеточки вверх влево по диагонали отмечаем клеточку, еще одну вверх, закрашиваем 2 клеточки по вертикали. От этой клеточки вверх по диагонали влево одну клеточку закрашиваем. От этой одной клеточки вверх по диагонали влево отмечаем клеточку, еще одну вверх, закрашиваем 2 клеточки по вертикали. От этой клеточки поворачиваем вправо по диагонали вверх одну клеточку закрашиваем. От этой одной клеточки вверх по диагонали вправо отмечаем клеточку, еще одну вправо, закрашиваем 2 клеточки по горизонтали. От этой клеточки по диагонали вверх вправо отмечаем клеточку, еще одну вверх, закрашиваем 2 клеточки по вертикали. Теперь от вот этой верхней клеточки по диагонали вверх вправо отмечаем клеточку, идем вверх, 3 клеточки по вертикали закрашиваем. От верхней клеточки поворачиваем влево по диагонали вверх и отмечаем вверх по вертикали 4 клеточки. Обводим и закрашиваем. От этой верхней клеточки по диагонали вверх вправо одну клеточку закрашиваем. От этой одной клеточки по диагонали вверх вправо отмечаем клеточку, идем вверх, 3 клеточки закрашиваем. От верхней клеточки поворачиваем влево, 2 клеточки по горизонтали закрашиваем. Теперь от вот этой крайней клеточки идем по диагонали вниз, влево, одну клеточку закрашиваем. От этой одной клеточки вниз по диагонали влево еще одну клеточку закрашиваем. Теперь от вот этой клеточки по диагонали вверх-влево отмечаем клеточку. И вверх рисуем полосочку, 3 клеточки. Закрашиваем. Вот рожки олененка. От верхней клеточки идем вправо на том же уровне. И еще одну клеточку вверх отмечаем, закрашиваем 2 клеточки. От верхней клеточки поворачиваем вправо, одну клеточку закрашиваем. И от вот этого уголочка по диагонали вверх-влево одну клеточку закрашиваем. Теперь от вот этой клеточки поворачиваем вправо на том же уровне. По горизонтали закрашиваем 2 клеточки. От вот этой клеточки вниз по диагонали вправо одну клеточку закрашиваем. От этой одной клеточки вниз по диагонали вправо еще одну клеточку закрашиваем. От этой клеточки по диагонали вверх вправо отмечаем клеточку и вверх всего закрашиваем 3 клеточки по вертикали. От верхней клеточки идем на том же уровне влево, еще одну клеточку вверх отмечаем, закрашиваем 2 клеточки по вертикали. От верхней клеточки поворачиваем влево, одну клеточку закрашиваем. А от этого уголочка по диагонали вверх-вправо одну клеточку закрашиваем. Теперь от вот этой клеточки до вот этой клеточки нужно провести полосочку. Так, обводим здесь клеточки. И заканчиваем рисовать контур олененка. Это голова. Вот обводим здесь клеточки. Контур олененка нарисовали. Теперь нарисуем ему глазки, носик и ротик. От вот этой клеточки, вот здесь 4 клеточки полосочка, от нижней клеточки перепрыгиваем одну клеточку влево, на второй останавливаемся, не касаемся бумаги. Раз, два. И отмечаем от этой клеточки еще одну клеточку вверх, закрашиваем 2 клеточки.
от вот этой клеточки идем влево на том же уровне и отмечаем вниз 3 клеточки. Закрашиваем полосочку 3 клеточки по вертикали. А от вот этой нижней клеточки идем влево, отмечаем клеточку и одну вверх. И закрашиваем 2 клеточки по вертикали. Теперь от вот этого уголочка, от этой клеточки, перепрыгиваем 2 клеточки влево, на треть останавливаемся. Раз, два, три. И идем влево, закрашиваем по горизонтали 3 клеточки. У этих трех клеточек находим серединку, вот она, идем вниз, одну клеточку закрашиваем. От вот этой клеточки перепрыгиваем 2 клеточки влево, на треть останавливаемся. Раз, два, три. Отмечаем клеточку, еще одну вверх, закрашиваем 2 клеточки по вертикали. От вот этой клеточки идем влево, отмечаем клеточку и вверх закрашиваем 3 клеточки по вертикали. Теперь от верхней клеточки идем влево на том же уровне и еще одну клеточку вниз отмечаем, закрашиваем 2 клеточки по вертикали. От вот этой клеточки носика, от одной клеточки, одну клеточку вниз перепрыгиваем. Вот отметили здесь клеточку. И теперь от этой клеточки одну клеточку отмечаем влево. И от этой же клеточки одну клеточку вправо. И закрашиваем здесь 3 клеточки. Ротик должен быть симметричный. Теперь от вот этой клеточки по диагонали вверх-влево одну клеточку закрашиваем. От этой клеточки по диагонали вверх-вправо одну клеточку закрашиваем. Вот контур очень миленького олененка. Сейчас мы его раскрасим. Сначала возьмем розовый фломастер и нарисуем олененку щечки. От вот этого уголочка глазика по диагонали вниз вправо отмечаем клеточку. Одну вправо, вниз и влево. И обводим здесь 4 клеточки, квадратик. И закрашиваем этот квадратик. От вот этого уголочка по диагонали вниз влево отмечаем клеточку. Одну влево, вниз и вправо. И закрашиваем здесь квадратик 2 на 2, вторую щечку олененка. Теперь берем голубой фломастер и нарисуем здесь олененку на шее полосочку. Вот от вот этой клеточки, вот две клеточки на шее олененка, от верхней клеточки поворачиваем вправо и рисуем полосочку вот сюда, до этой клеточки. И закрашиваем полосочку. И теперь у этой полосочки находим серединку. Это нужно отсчитать от любого края 4 клеточки в середину. Раз, два, три, четыре. И одну клеточку вниз. Здесь одну клеточку закрашиваем. Теперь я беру желтый фломастер и закрашу здесь клеточки. Вот здесь 2, здесь 2 и здесь 2. Вот обводим здесь контур. И закрашиваем ему здесь на шее, как медалька у него висит. Закрасили 6 клеточек. И теперь еще в ушках по 2 клеточки закрасим. Вот здесь одну клеточку закрашиваем желтым. И от этой одной клеточки вниз по диагонали вправо еще одну клеточку желтым закрашиваем. И в этом ушке вот здесь одну клеточку посерединке. И от этой желтой клеточки вниз по диагонали влево еще одну клеточку закрашиваем. А теперь я беру оранжевый фломастер и нарисую на мордочке олененка контур, по которому я буду закрашивать его. От носика олененка ведем от этой точки линию. Одна клеточка вверх, клеточка влево, клеточка вверх, клеточка влево, клеточка вверх. Три клеточки влево, клеточка вниз, клеточка влево. Возле щечки вот здесь одну полосочку проводим. Вот эта часть будет закрашена. Теперь у щечки посерединке вот здесь находим точку, ведем линию. Вниз клеточка, вправо клеточка, вниз клеточка, вправо клеточка, вниз клеточка. И ведем линию вправо, вот до вот этого уголочка. Теперь контур. Вверх одна клеточка, вправо одна клеточка, вверх одна клеточка, вправо одна клеточка, вверх одна клеточка. Возле щечки линенка, вот от этого уголочка, вверх одна клеточка, вот эта часть будет закрашена. Теперь возле глаза, от вот этого уголочка, вправо клеточка. Теперь от этой же точки вверх клеточка, влево 3 клеточки, вниз клеточка, влево клеточка, вниз клеточка,
влево клеточка и вниз клеточка. Вот эта серединка мордочки линенка остается белая. Всю остальную часть, вот эту вот и нижнюю часть, полностью всю закрашиваем. Я закрашу оранжевым фломастером, вы можете закрашивать любым цветом, какой вам больше нравится. Вот такой очень миленький, хорошенький, яркий олененок у меня получился. Кому понравился мой рисунок, срисовывайте, пользуйтесь моей схемой, я ее сама придумала. Если понравилась эта схема и мое видео, не забывайте ставить лайк под видео. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписался. Чтобы не пропустить мои новые видео, нажимайте на колокольчик возле кнопочки подписаться. И всем пока-пока!